все новости. Юношеское первенство Европы по борьбе перенесено из Украины в Македонию 3 апреля 2018 года, 16:24. Другие. Борьба. Вице-президент Европейского совета объединенного мира борьбы Георгий Брюсов сообщил, что исполком UWW единогласно принял решение о переносе юношеского первенства Европы по спортивной борьбе 2018 года из Украины в Македонию. Сегодня мы получили от UWW письмо, разосланное национальным федерациям. В нем говорится о переносе турнира в связи с тем, что Украина не предоставила государственных гарантий допуска для всех европейских делегаций, сказал Брюсов. Исполком UWW также принял решение о переносе сроков турнира с 16 до 22 апреля на 14 до 20 мая. Соревнования пройдут в Скопье. Первенство Европы станет лицензионным турниром на юношеские Олимпийские игры 2018 года, которые состоятся от 6 до 18 октября в Буэнос-Айресе. Источник: Федерация спортивной борьбы России. Сообщить об ошибке. Комментарий 03 апреля 2018 года.